Метро. Уже входим в метро. Собака на площади революции. Всякая девушка на площади революции норовит погладить собаку бронзовую. Говорят, это помогает при сдаче экзаменов. Некоторым, видимо, уже так помогло, что они готовы гладить собаку по всякому поводу. На удачное свидание, на счастливое замужество, на благополучное разрешение от беременности. Нос собаки светится ярче солнца. Собака улыбается, зубы скалит. Всякая девушка погладит ее, ты и парень, через одного. Если плохо тебе в этом мире, сходи к собаке на площади революции, и будет тебе помощь и соучастие. Собака ко всем милосердна, все-то она понимает собачьим своим умом. И каждому найдет она доброе слово, сердцем разговаривает она, сердцем ей отвечают. Вся Москва молодая ходит на поклон к собаке на площади революции. Может, и сама революция сделалась лишь для того, чтобы пришла к нам собака бронзовая, друг рода человеческого. А еще надо меньше смотреть телевизор и повтор программы «Городские легенды» про бронзовую собаку на площади революции.